Здравствуйте, с вами Елена и Добрые рецепты. Сегодня предлагаю вам приготовить вкусное овощное рагу из кабачков и баклажанов в духовке. Готовить будем в горшочках. Понадобятся следующие ингредиенты. Помидоры 800 грамм, баклажаны 500 грамм, перец 1 штука 150 грамм, 1 крупный кабачок 360 граммов, морковка 160 граммов. Также понадобится растительное масло, соль и перец по вкусу. И я добавлю к овощам базилик и орегано сушеные. Опускаем помидоры в кипящую воду на несколько секунд. Это нужно для того, чтобы очистить помидоры от кожуры. И быстренько вынимаем помидоры. Снимаем с помидорок кожуру. Теперь измельчаем помидоры. Складываем нарезанные помидоры в горшочки. Нарезаем морковку. Я разделила ее на три части, потому что у меня три горшочка. Добавляем морковь в горшочки. Нарезаем перец. Теперь нарезаем баклажаны. Нарезаем кабачок. Добавляем в горшочки соль и перец по вкусу. Посыпаем овощи базиликом и орегано. Добавляем чуть-чуть растительного масла, хотя в принципе можно и не добавлять, но с маслом вкуснее. Теперь закрываем горшочки крышками и отправляем их в духовку. Включаем в духовке огонь. Духовка не должна быть разогрета заранее, иначе горшочки лопнут. И запекаем овощи при температуре 180 градусов 40 минут. Затем снимаем крышки. Овощи уже размягчились. Перемешиваем их. И оставляем готовиться без крышки еще на 15 минут. Овощное рагу готово. Подаем его со свежей зеленью. Такое рагу отлично сочетается с рисом или гречкой, да и с макаронами тоже. Можно подавать его с другими крупами или есть просто так. Я желаю вам приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока!